некого кикнуть. Тут все нормальные игроки. Этот Леха монстр мне не внушает доверия, что-то. Да. Здесь плохо раунд. Можешь не кикать, я свел ЛМ 1 на 1 запускаюсь. Теперь тебя сейчас кикнут. Три за. Три за один против. За что? Три за. Я не знаю. Включили. Может думать подруг, я казак. Не думал, это ничего. Уничтожьте отряд врага. Да я его выиграл. Записываешь? Какой подруг? Раунд начался. Эй, ты Вэл, блядь, записываешь? Сух, подожди, это я, видишь? Да не надо. Я хочу посмотреть вот так. Я не знаю, как мне сделать, чтобы его сбить. Тут никак нормально не посмотришь, да? Я сюда смогу запрыгнуть? А нет. Самое норм качество стрима запустить. Прямой трансляции. Да. Это было лагать, знаешь, как будет? Ну кого, у меня нет. Стоп. Я как раз до трех сел. За фризы. Мне последние два дня были все время фризы. И блин, очень часто. Блин, я отвлекся сверху, не залезай, пожалуйста. Я не знаю, винду переустановил, вроде бы нормально стало. Слышь, Бери. Оу. Я сейчас пустил воду. Ок. Я, короче, не тебя отвлекся. Прости. Ок. Да ёбаный в голову, ты что, с трёхкратником играешь, что ли, блядь? Я в том пикселе ничего не вижу, ты видишь, ну ладно, поехали дальше. Аги. Вот это охуеть было просто. Сука, не заходи сюда, пожалуйста. Ты понимаешь слово? Не заходи. Чуть-чуть совсем, я тебя спорву нахуй. Ёбаный. Ой, блядь, зажим в тело, а именно лодка. Там не работает, блядь. Чувак, ты сейчас бежал и стрелял. Я потом от первого лица посмотрю, как это. Ебать, у тебя плечо видно, и все. И, короче, я понял. Я, блядь, не понимаю, почему ты меня хорошо видишь, а я тебе, сука, только одно ебаное плечо, блядь. Ну что, готовы? Ты нахуй от спида. Да ты я рак. О. Это сейчас было, блядь.
пиздец, вообще не вошел в голову. Ага. Нельзя там стоит. Я ненавижу эту респу. Сука, где ебаный урон? Я не понимаю просто. Ладно. Чувак, еще не увидев, меня убил уже. Чувак, я первый раз в жизни. Да быстрее выходи, сука, шалава. По всему столу довел. И попал. Ясно, короче, тянет время. Это Варфас. Давай быстрее выходи. Бай, о чем ты? Да иди ты нахуй! Это Unreal просто. Я видео потом посмотрю. Заливай его сразу. За блядство. Ёбаные задры. Где я нарушил? Ну-ка покажи, где я хоть чуть-чуть зашел, ёбок. Я говорю, покажи мне, где я хоть чуть-чуть зашел, сука. Мой дабл не дал. Где мой дабл, сука? Глупая ты скотина, блядь. User disconnected from your channel. О господи, почему я когда начал зажимать, выключил прицел, а потом включил его обратно, блядь, во время зажима? Я знаю. Про тебя, против тебя, иди нахуй, короче, я не знаю, как это, блядь. Может, на Нагале сыграть? Там лучше будет. Вы на нефтебазе играли? Играли, я бы сыграл. Зря. Там тупо, там стенки боковые. Можем начинать! Дело в том, что я тебя не видел. Ну, мне похуй. Ладно. На Нагале сыграйте, там лучше будет. Oh!
Да, конечно. Бля, штурмовиком вообще зачетно играешь. Слух, а если только мы с тобой играем, честно? Место есть, слот. Думаю, же будет. Может, КВ? Никто не хочет КВ. Я не против, но никто не хочет. Предположим, ты и я. И этот дятел, блядь. Я плюс дон этим. Чикенмен, он фрашит. Сук, заходи быстрее. Паст. Open cup? Да, вижу. Бодрый вообще комната. Не нарушители. Все нормальные игроки с нормальных планов. Никто не зажимает, ни макросников, ни читеров. Ничего сверхъестественного вообще не видел. Ага. К одному я здесь. Весь день почти в этой комнате. Пошел курить. Зови меня. Ты капитану. Сейчас я кого-то найду один на один сыграть. Блять, некого, сука. Азота зови. А ну давай. Сколько? Знаешь, что у меня ломанько? 9 часов. У тебя же это не аккаунт. А, ну, дворон. Да? Ну, просто снайпер. Не может хорошо играть штурмовиком. Штурмовиком не с тобой играть. Ну, я видел, но так неплохо. Просто сейчас у Суха я себе неплохо. Уровень. Он пищемонт расставил. Блять. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь в этой решетке ставил. Блять, сам себе гранаты кинул, сзади убили. Охуенно просто, блять. Че медики наверху, блядь, делают, о господи. User joined your channel. Ой, типа. Бля, где? Открой комнату. Напиши там дуэль один на один. Дуэль один на один, так и два. И поставь ангар. Они на нефтебазу не пойдут. Ангар, да? Хочу это увидеть. Блять, у меня даже иногда быстрее грузится.